Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Значит, мною ранее были сняты видео про гнезда для канареек. Но они, в принципе, подходят и амадинам, и разным лесным птицам подходят. Кстати, у нас вот такая зима, солнце светит в левый глаз прям. Значит так, что хотел сказать. По поводу гнезд, друзья. Кому-то, кто заказывал до Нового года, там за 27-го, 25-го числа я успел отправить. Кто заказывал уже ближе к Новому году, друзья, ваши гнезда целые, все в порядке. Отправлю чуть позже, сейчас просто праздники. Тут куча дел навалилось, но гнезда уже готовы. На днях буду отправлять. А вот те гнезда, которые я отправлял до Нового года, Рязанская область, Республика Крым. С Республики Крым подписчик прислал сегодня видео. Нет, позавчера прислал видео, я его там монтировал, сейчас все это скреплю и вам продемонстрирую, если интересно, посмотрите, то, что человек довольный, получил гнезда. Приходят гнезда в конверте, в принципе, в любую точку России, где наша почта обслуживает, и без проблем. Так, кто не заказывал, ребятки, не тяните, потому что скоро сезон размножения, запасайтесь гнездами, потом мне будет некогда делать физически, придется вам самим шить. Ну и пару слов, сейчас я вам покажу небольшие новости у кролика, которых я поменял на выставке. Я не знаю, может он такой и был, но наверняка нет, он был чистый. Ну могу ли так быстро? В общем, клещ в ухе, я обнаружил клещ, надо что-то делать. Аптеки закрыты, ветеринарные. Я завтра, послезавтра побегу. Человек прислал мне название лекарства, действующее вещество, кстати, Ивермек. Пшикну в ушки, думаю, вылечить, надо срочно вылечить. И два слова сейчас о корму этой, о ловле птиц. Ловим сегодня птиц, погода хорошая. Посмотрите, как я замаскировал эту ловушку. Вот место ловли, черешня. Видите, ее не видно, в принципе. Но вот в этом месте вообще ничего не ловится. Может, то, что она тут от ветра шатается, не знаю. Сейчас, друзья, я вам покажу. Вот такого плана. Ну, покрасили мы. Дети, вернее, покрасили акварелью. Ну, вот там, видите, немножко света надо будет докрасить. А так здесь все классно. Она такая незаметная. Но мы ловим без этого. Без приманки. Без подманника ловим. Просто вот зерна насыпали там. Вон там семечки, рапс. Щегол любит рапс, я вычитал в книжке. Ну, так вот. Пока только мы поймали... Что мы поймали? Три синицы и два воробья. Но это в другом месте. В этом месте ни одной нормальной и ненормальной птицы нет. В общем, такие вот небольшие новости. Все, друзья, смотрите, сейчас будет видео, как человек получил гнезда, распаковал. Интересно. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, друзей зовите, рекомендуйте канал. Кстати, да, друзья, хотел бы попросить, рекомендуйте канал близким, родным, кто увлекается птицами. Вы мне будете помогать развивать канал, я вам буду давать советы полезные. Ну, как говорится, чем смогу, помогу. Всего приятного просмотра. Юра, привет. Вот пришел на почту получать посылку. Пришли гнезда. Уже два дня пришли. Не мог забрать, сейчас вот иду получать. Юра, ну все, вот получил посылку. Сейчас домой приду, вскрою все. Юра, ну вот все, короче, раскрываю твою посылку. Пришел домой, сейчас посмотрим. О, все. Все, гнезда дошли. В целости, сохранности. Все нормально. Как раз сегодня самка там одна, смотрю, перья таскает. Ну, видишь, у меня помощница здесь пришла. О, отлично, Юра. Вообще то, что надо. Ну все, все, спасибо тебе большое. Давай, с наступающим тебя, Юра.